Всемирная паутина. Может, это когда весь мир дружится? Интернет – это то, как, когда кто-то, ну, как меня показывают по телевизору. Это интернет. Или компьютер – это интернет. Это такой электрический прибор, который смотрят люди, всякие там программы. В интернете происходит, там такие кнопочки сделаны, на них нажимаешь, а там что-то происходит по компьютеру. Вот мама мне включает мультики по Капуки-Кануки, и она выходит в интернет. И еще некоторые игры, ну, на интернете работают. Это там, где можно найти все, что хочешь. Допустим, я задал про Бермудский треугольник, он мне рассказал все про него. В интернете еще можно делать, ну, там еще есть песни еще. А еще мама выходит в интернет в телефоне и звонит бабушке. Она отвечает на звонок, и ты ее видишь. Это такие по проводам идет ток, идет. А потом приходит к нужному месту. Ну, компьютер. Уй, делает. И они отвечают. Инстаграм работает на интернете. И Ютуб на интернете. Они там пишут что-то ВКонтакте, а другой читает по интернету. И начинают там включать и смотреть. Ну, например, компьютером, мышкой там, или пультом вот этим. Они там делают свои дела. Например, работают. Они переписываются с разными людьми. Переписываются всякими играми и фотами. В одноклассниках там можно писать друг другу. Что у нее одноклассники, я слышала. И иногда я подслушиваю их. Потому что я-то не могу никуда деваться, уйти. Не хочу быть в комнате, они говорят прямо при мне. Интернет вредный? Ну, да. Да и нет. Как-то так, да и нет. Ну, можно смотреть там разные смешные ролики, но нет, потому что зрение портится. А то глаза заболят, и все, и ты ничего не будешь видеть, просто вот так будешь делать. Я интернет вообще, компьютер боюсь включать. Я вообще не залезаю в него. Я тоже не залезаю. Ну, иногда у мамы смотрю, что там. Я тоже иногда мало смотрю. Ну, там какая-то кошки, собаки. Очень страшно не включать. А почему страшно? Потому что я могу что-то нажать или удалить у мамы. А мама на меня потом будет кричать.